переворачиваетесь. Хорошо, если просто перевернулись, можете травму получить, можете вещи потерять, все что угодно. Поэтому держим дистанцию в узких местах и в сложных. Надо встать, поснимать народ. Сюда, 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 сюда! Прямо лодку, прямо ставьте! Прямо! Давай, 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 давай! Равновесие, верно, равновесие. Ой, не туда. Это не я, не туда! Все, выпрямляй, давай, 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 давай. Отлично, бревна аккуратно. По прямой держите. Отлично. Во, идем. След все записано. Да. Греби, Танюша. Давай. На улице дождь. На реке. У нас нестандартные условия. О, липа, липа. Липа. Все, липа. Мы берем. Ау! Подожди. Задний ход. Красиво. Съемка пошла. Вот так. Сейчас будем преодолевать препятствия. Так, главное, что сейчас не... Ой, кстати, супер. Так, так, это плавненько, мягко. Ой, йо, блин. Миски на стол! Что-то как-то мало шевелятся, жрать не хотят. Ладно, не вылезь. Обед! Обед! Вернее, ужин. Это ваше? Да. Чё? Ой, красота! Не, надо было слева проходить, наверное. Раз, два, раз, два. Мы не сдаемся. Молодцы. Да, смотрите. Вот по такой мы речке. Это, наверное, еще это Шервинтес, или как эта река, да, называется? Да, скоро мы должны будем вступить в другую реку.
посмотрим, какая она будет. Это была такая очень интересная, каменистая, камни, на которые мы иногда, да, вставали, кувшинки были желтые. А подожди, желтый, это нет, тоже? Это не кувшинки, желтые это какие-то там по-другому называются. А вот эти вот розовые, да, вот желтенькие, сейчас мы, да, такие кувшиночки красивые были. Мы сфотографировали, конечно же, это все дело, сделали селфи. Как же без него в наше время? Липы мы набрали, да. Красота, вот посмотрите, какие стрекозки летают, очень красиво, прям просто. Всем советую, просто не сидите дома, вставайте, берите лодки, наслаждайтесь жизнью. Швинтое. Вышли шервинты, зашли швинтое. Итак, у нас третий день, 17 километров ориентировочно. Правей? Хорошая глубина. Итак, пол реки. Катает. Персональный бурлак. Кого куда вход? Швинтой в Нерис. О, Швинтой в Нерис. Так, мы прошли уже Швинтою. О, вот там вот. Швинтою и выходим в Нерис. Нас встречают два рыбака. Речка Швинта была шикарная. Швинтое тоже замечательно, даже пару порогов. И Нерис сразу еще большее течение. Все правильно, сплава. Лодки надо чуть-чуть подтаскать. Как хоп, на ноге смотрю, думаю, зараза, клещ. Так он же задохнется там, потом. Нет. Живут они под двое суток. Дышат чем они? Я не знаю, что они останутся. Так слушайте, не перебивайте. Ну, я вылезла уже, думаю, ну как, в эту поликлинику или куда-то там в больницу приехать уже я не хочу. Я уже уставшая вся, уже голова помытая, все такая. Я взяла, у меня там ножичек был походный, ну как, что было, то было. И я его, давай, так сначала, типа, так, за попочку, иди сюда, я сначала попыталась, я сначала попыталась из полотенца вытащить ниточку, я где-то видела, так сделаю, да. Я никак не могла его зацепить, потому что он очень маленький. Он маленький, он не напившийся, еще маленький. Я так перебинкала. А потом думаю, ну как, надо против часовой стрелочки крутить. Я давая вот этим ножичком, вокруг него вот так. И он вылез. Кусочку. Не, он реально сам вылез. Я вокруг него вот так вот крутила. Ему, видимо, и он вылез. Да, я ему принесла послание. Ну что вы смеетесь? У меня потом второй такой же был. Да, я его уже и так же тоже. Да, и так же они вылазят. Тут еще, если я так выдачу, это уже работает.